Сегодня вышла вот эта новость, что он отказывается от участия в Рио. Скандально. Прямо извинялся перед всеми. Спорную победу Лебедева и, конечно, чемпионство нашего Богомоева обсуждают, кажется, везде. Но в первую очередь в этом кабинете, конечно, работа. К Дмитрию Зданову за помощью и советом обращаются жители дома инвалидов-колясочников. Тут же его скромное рабочее место. Социальный работник. Для молодого человека занятие необычное, но любимое вот уже больше 4 лет. В том, что после 2 высших отправился на работу, именно в соцзащиту, винит родителей. Когда я маленький был, мои родители меня воспитывали таким образом. Слабых обижает слабых. Слабых защищает сильные. В это мне очень понравилось, благородство. Защищать, уважать слабых. А также по нашей бурятской традиции, почтение старших. Это очень ценится. На работе Дмитрия тоже ценят. Кроме должностных обязанностей, он еще и активный участник творческой самодеятельности. Ни один концерт в Доме инвалидов без него не обходится. Поет песни, все наши женщины от него в большом восторге, также и жительницы, и коллектив наш ценный. Ну какая у него коронная песня? Его коронная песня «Я люблю тебя до слез» Александра Серова. Там, в общем, у всех смешанные чувства, одновременно чувства восторга, радости, слезы и все на свете. Улучшает свои вокальные данные Дмитрий не абы где. Как истинный профессионал, через служебный вход спешит в гримерку оперного. Репетирует с заслуженным артистом России Домбой Зандановым по совместительству дядей нашего героя. Любимые песни в этой семье бурятские, особенно гимн малой родины Кяхтинского района. По нашей просьбе не обходится и без хита всех капустников. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Да, хорошо. Пока до слез Дмитрий любит только работу. Личную жизнь еще не устроил, поэтому вместо уютных тапочек и дивана после репетиции еще и тренировка. В сфере интересов борьба, волейбол, футбол. И пока молодой человек ждет коллег из Минсоца, чтобы погонять мяч, успевает позаниматься и с игроками селенги и показать акробатические трюки. А также по секрету рассказать. Мысли уйти с нелегкой и неденежной работы были и не раз, но пока что-то держит. Видимо, помогать и впрямь призвание. Алевтина Дармаева, Евгений Павлов. Новости дня.